В детской юношеской спортивной школе по игровым видам спорта «Новое поколение» сегодня стартовало первенство России по флорболу среди юниоров до 19 лет. В соревнованиях примут участие команды из Москвы, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Навашино. Именно сильнейшего будет выяснять в течение двух дней. В стартовой встрече нижегородская команда «Новое поколение» она на экранах в оранжевых футболках скрестила клюшки с московским тайфуном. Здесь наши спортсмены смогли дать бой столичным соперникам, но в итоге уступили 1-3. А вот следующая встреча между сборной Нижегородской области и Ульяновскими «Солнечными орлами» закончилась разгромом нашей команды со счетом 0-13. Но посыпать голову пеплом рано. Нижегородская сборная – это скорее эксперимент. И высоких результатов на данном этапе от нее никто не ждет. А вот когда сыграются, там и медали пойдут. Григорий Жигин, Ренат Бигбаев, Объективно, Спорт, ННТВ.